партнер проекта Elm Studio. Клавиши света. Рада встрече. Уже полгода хочу послать телеграмму в Госдуму. Всего два слова. Беспокоюсь здоровьем. Я прямо напугана тем, что они собираются досрочно избирать себя обратно. Зачем им еще на несколько лет обрекать себя на столь тяжкий труд? И все ведь для нас. Вы только представьте, эти люди готовы бросить все и трудиться для нас еще несколько лет, издавать проекты законов, сообщать нам о том, как мы живем и какие изменения в лучшую сторону могли бы нас ждать, если бы мы с вами немножко поработали. Но их мало, этих пассионариев. А нас, непонятливых, вся страна. Мне всегда казалось, что я очень мало хочу. Хороших дорог, безопасного светлого двора, качественных государственных услуг, нормальных, а не заоблачных тарифов на естественные монополии. Я даже украшать этот двор готова. Только пусть они законодательно обеспечат меня мусорными урнами, потому что я не имею права поставить их сама. Извините. Пусть они нам законы, по которым я могла бы жить, а не удивляться тому, что я живу. Мне однажды наша пермская писательница Светлана Федотова сказала, что у нас прекрасные законы, просто исполняются они как-то не так. В общем, при всем моем восхищении деятельностью всех депутатов Государственной Думы, я бы все-таки хотела, чтобы они все обратили свой взор к быту. Потому что только быт сделает меня качественным избирателем. Причем мой быт, а не их. Я бы хотела, я думаю, что не только я хотела и жду, чтобы сначала они подумали о нас. Тех, кто выбрал их и готов им верить еще и еще. Вы знаете, мне в школе рассказывали, что законодательная власть главнее исполнительной. Я думаю, что не только мне это рассказывали в школе. И мы все еще в это верим. А если эти хорошие законы не исполняют какие-то плохие люди, вы их нам назовите, как президент велел, с адресами, явками, паролями. Мы готовы вас любить еще несколько лет. А вы? С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».